День географа отмечают сегодня в России. Праздник учредили 176 лет назад, а звание «Заслуженный географ Российской Федерации» только в 2019-м. У географов есть традиция. 18 августа они крутят глобус с закрытыми глазами и указывают пальцем любую точку. Попавшееся место нужно посетить хотя бы раз в жизни. А наша съемочная группа решила узнать у мирницев, дружат ли они с географией. Корреспондент попросил назвать столицы некоторых стран. Столица Греции. Каир. А? Афины. Афины. Грузия. Тбилиси. Киргизия. Бишкек. Аргентина. Нет. Греция. Афины. Германия. Берлин. Швеция. Стокгольм. Киргизия. Бишкек. Столица Швеции. Стокгольм. Грузия. Тбилиси. Египет. Каир. Италия. Рим. Греция. Нет. Дальше Испания. Это очень трудный вопрос, но да. Китай. Этот. Шанхай. Пекин. Киргизия. Где был Бек, когда он так нужен? Грузия. Османия. Греция. Не знаю. Афины точно. Испания. Барселона, нет. Да. Нет. Швеция. Не знаю. Стокгольм. Киргизия. Нет, не Улан-Батор. Улан-Батор нет, это... На Б. На Б? Не знаю, Лужа. Не помню. На Индию. Египет. Каир.